Разминка перед стартом под зажигательную зумбу. Любителей спорта в 41-й раз объединила лыжня России. В Самарской области на соревнования зарегистрировались более 14 тысяч участников. Из них 8 тысяч на центральном старте в областной столице на спортивной базе «Чайка». Сегодня праздник. Праздник по всей России и в Самарской области. Люди занимаются спортом, здоровым образом жизни. И на нашей «Чайке» мы видим и профессионалов, и любителей, и взрослых, и детей. Участники пробежали дистанции 5 и 10 километров, а самый массовый забег, в котором приняли участие как дети, так и взрослые, организовали на 2500 метров. Обязательно нужно проводить время как можно чаще на воздухе, заниматься спортом, двигаться. Даже просто прогулки – это супер. Мы по-любому победим. Это 100%. Мы не зря тренируемся. Лыжня России впервые прошла на новой лыжероллерной трассе, которую отремонтировали в конце прошлого года по нацпроекту «Демография» федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Здесь новая трасса, новые мачты освещения, новые постройки. Летом здесь, конечно, все заасфальтировано. Это лыжероллерная трасса, освещение всю ночь. Я люблю спорт и считаю, что каждый должен им заниматься и также должен любить, как и я. Лыжня России – не только гонки на лыжах. Любители зимнего отдыха могли посмотреть выставки, концертную программу, сдать нормы ГТО и прокатиться в упряжках на собаках. Лыжня России 2023 прошла во всех регионах России. В общей сложности в ней приняли участие более 500 тысяч человек. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.